Следующий вес. 50. Установите вес штатки 58 килограмм. 2 минуты не подготовиться, чтобы не дается. Следующему весу готовится номер 2 и номер 4. Подъем был удачный, закончен с результатом 56 килограммов. Установить вес штанги 60 килограммов. Вес установлен. Номер 2. Власова Екатерина. Готовится номер 4. Вес защиты 65 попросила для второго подхода. Да. Номер 4. Касьянова Валерия. Номер 14 готовится. Вступил в перезаявку номер 7 для первого подхода, забил 75 килограммов. Касьянова для второго подхода забил 65 килограммов. Номер 14, Рыкова Майя. Thank you.
Вот защита. 65 попросила до второго подхода. Установить две штанги 62 килограмма. Установить две штанги 66 килограмм. Thank you.
рассчитан. Для третьего подхода заявилось 70 килограммов. Номер два. Власова Екатерина. Третий подход. На штанге вес 65 килограммов. Закончилось результатом 65 килограмм. Установите на штанге 70 килограмм. Номер 14 готовится. Вызвано.
самого прихода заявляет 80 килограммов. Да. Номер 10 Ананина и на второй подход. Для третьего подхода занимает 79 килограммов. Установить межштангу 79. 79 килограммов. Третьего подхода вызывается Наталья Ваина. Третий подход. 2 минуты на подготовку. Следующий интересу готовится номер 13 и 15. Номер 13. Добавился 2 раза. Номер 15 готовится. Thank you.
следующий. Да. Результат Лобанова 80 килограммов. Номер 15. Подъемный удачный. Номер 15, Анисимов Ксения, второй подход. Номер 11, готовился. Следующего веса
Защита закончилась результатом 83 килограмма. Установите гештальт 85 килограмм. Осталось два участника. Это Лябина Елена и Мина. Обе поведут весу 85 килограмм. Номер 15. Анна Людмила, второй подход. Номер 7 находится. Анна Людмила. Номер 7 Людмила Лябина Елена. От третьего подхода она отказалась. Закончилась результатом 85 килограмм. Последний подход, последний участник. Перерыв 5 минут. Объемные удачки закончились результатом 85. Установить вес штанги 50 килограмм. Третьего подхода называется Калярина Ржева. Следующему весу готовится номер 3. Вес защиты закончилась результатом 50 килограммов и суммой 86. Установить вес штанги 58 килограммов. Поступила перезаявка номер 8 для первого подхода, займет 75 килограммов. Вес штанги 58 килограммов. Номер 3. Гильдарина Наталья. Защита. Закупок следующего весу попросила 61 килограмм. Установить вес штанги 60 килограмм.
Виктория, первый подход. К следующему весу готовится номер 3. Thank you.
Установить две штанги 66 килограмм. Валетова третью подходу выдвигается на 66 килограммов. Валетова призаявила для второго подхода 68 килограмм. Установительные штанги 74 килограмма. Да, к третьему подходу будет вызвана Гасымова, и у нее 2 минуты на подготовку. Время пошло.
87 грехов попросила до второго открытия. Вызвавши Павлова Калина, второй подход. Номер два готовился. Вызвали номер два.
Ева Удачный закончилась результатом 85-го. Номер 2. Власова Екатерина. Третий подход.
результатом 90 и суммой 165. Установить две штанги 93 килограмма. Номер 10, Анатолий Ильин, на первый подход. Номер 4 находится. Thank you.
без защиты. 100 килограммов заявит для третьего подхода Крачановская. Номер 14. Гринкова номер 3. Номер 10 готовится к следующему бою. Номер 7 готовится.
вызванная его, готовится к начальству. Следующему месту готовится номер 12.
Даниил Стоесик Павел. Установительный штраф 105. Вес установлен 0,13, Анисим Оксения. Второй подход. Тренер Соломатин.
трех килограммов. Второе место занимала Бутанина Наталья, 109 килограммов. Награждается медалью. Первое место завоевала Власова Екатерина с результатом 150 километров. Награждение кружевого чемпиона Олимпийских игр Дмитрий Белесов. Thank you.
Через 3 минуты на помост будет вызван первый участник.